Машин с армянскими номерами в России более 300 тысяч, а на авто с абхазскими государственными знаками передвигаются более 50 тысяч человек. По словам наших автовладельцев, в республике им приходится сталкиваться с некоторыми трудностями, однако, как признается Ахмед, использование иностранных номеров дает и свои плюсы. Ахмед, расскажи, каково это передвигаться у нас в городе и в стране на автомобиле с армянскими или же абхазскими номерами? Ну, в первую очередь для нас это важно, да, получить, ну, иномарку по доступной цене, вот, и можно спокойно, уверенно по городу двигаться, да. Вот. Также у нас, как бы, в регистрации есть проблемы, вот, и штрафы не получаем, вот. Также у нас есть группы в чате, можно там переписываться, там езжу узнать всякие проблемы, еще что-то. Сколько много у нас вот дагестанцев или махачкалинцев? Ну, я все не знаю, может, ну, я знаю 4 группы, например, 5 групп, вот, и там в группах как по 80 человек, наверное, бывает около 100, я точно не знаю, вот, ну, там по 500, 400-500 человек получается в группе. Ну, у вас есть, наверное, какая-то точка сбора, место, где вы собираетесь, обсуждаете что-то? Да, конечно. Мы собираем, сейчас тоже будем собираться здесь на генерала Омарова 132. Не знаю, сколько людей приедут по возможности, но я думаю, все нормально. Ну, если поехать, можно будет поближе познакомиться. Конечно, конечно, да, спокойно. Если хотите, поехали с нами. Поедем, посмотрим. Друзья, вот мы и прибыли на Омарова 132. Здесь нас встречает администратор Джамал. Джамал, ассаламу алейкум. Сейчас мы узнаем, по какому поводу здесь часто собираются автовладельцы с абхазскими и армянскими номерами. Ну, этот год для Дагестана оказался очень туристическим, где большинство машин с Японии на армянских и абхазских номерах начали заниматься извозом туристов. В связи с этим мы решили поддержать малый бизнес акцией. Мы, сеть автомобилей «Орбита», предоставляем акцию для всех владельцев японских автомобилей с армянскими и японскими номерами. ТО-1 по себестоимости, моторная масса, масляный фильтр и воздушный фильтр по самой низкой цене. В связи с этим у нас такой ажиотаж нашего центра. Воспользоваться выгодной акцией от автомагазина «Орбита» можно будет до конца сентября. Адрес: улица Генерала Омарова, 132. Здесь можно будет не только привести в порядок свой автомобиль, но и обрести новых друзей. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.